Ребятки, всем доброе утро. У нас сегодня понедельник, и вот с такой красоты начинается мое утро. Подарил мне один друг их. Просто так. Сказал, чтобы меня порадовать. Вот. Он меня очень-очень порадовал. Кора к нам тут присоединилась. Цветочки пришла понюхать. Да? Скажи всем, ребятки, доброе утро. Я звезда Ютуба. А ты что теперь, блогер? Так, ребятки, прибежала я, в общем, уже отовсюду. Сходила на маникюр по магазинам. Зашла вот тут в Фикс Прайс, еще в один магазин. Кора уже проверяет, что и как. И еще заказывала себе на сайте фитокосметик. Косметику кое-какую. Сейчас вместе с вами тоже все это откроем. На улице такая жарень у нас, но единственное, что ветер сильный, а так тепло вообще хорошо. Так, это я брала все в магазине Батон. В общем, смотрите, бананы у нас по 70 рублей килограмм, яблоки у нас вот эти вот по 100 рублей. Вот эти вот два батончика, какие-то джетс, они вообще по 9 рублей взяла, две штучки. Потом вот нашей красотки взяла гурмышек 3 штуки. Гурмышки у нас по 15 рублей вышли. Так, дальше. Средства для посуды Фейри я взяла. Фейри у нас по 60 рублей. Сыну взяла вот такой вот фа-гель охлаждения Экстрим. Гель, в общем, не обошелся в 90 рублей. Ну, сейчас я тебя накормлю, не переживай. Так, дальше. Для себя взяла вот такой женский антиперспирант эффект пудры от Нивея. Он у нас был по 90 рублей. Дальше взяла баночку с Сайрой с добавлением масла. Это у нас Нептун. Так, и Сайра у нас была по 50 рублей. Потом вот у нас тут еще лаваш армянский по 25 рублей. Взяла вот такой вот корм Purina One. Кошка моя его любит, для домашних кошек по 70 рублей. И вот какие-то, я не знаю, макароны, макгран. Здесь у нас 400 грамм. И по цене они вышли мне 14 рублей. Вот. И, в общем, общий чек у меня составил 635 рублей. А хлеб я уже брала зерновой отдельно в павильоне. Он стоит 33 рубля. Так, ребят, сейчас накормлю кошку, а иначе нам удачи не видать. Она сейчас все равно не отстанет. Сейчас отвернусь, я понимаю, что я еще в очках, кстати, даже очки не сняла, зашла домой, в общем, думаю, побыстрее все сделать. Да сегодня столько набегалась, вообще, с утра встала, решила попить кофейку, открываю холодильник, достаю, на, скорее, на, кушай, достаю молоко, оно прокисло. Ну, думаю, ладно, из этого молока будем делать, оладушки сделаем. Мне нужно было забрать посылку с почты, я прибежала на почту. Там народу 100 человек и всего один оператор. Там у них сейчас опять требуется почтальон. Ну, видимо, зарплата маленькая, все. Я постояла-постояла, мне нужно было на маникюр. О, кстати, маникюр, сделала я маникюр. Как-нибудь... Ну, в общем, сделала саму нежнятинку вообще такую. Он как бы у меня маленько с блеском идет. И здесь вот такие на одном пальчике у меня слова «I love you», а на втором, что у меня здесь написано, «Me love». Ну, в общем, вот такой вот маникюр у меня получился. Девчонки, 1250, в общем, отдаю за него. Вот. Ну, думаю, все, на маникюр не успеваю, уже не буду стоять на почте. Поехала я, в общем, на маникюр, приехала. Время еще было, думаю, пойду там в магазин Х-Сити. Сыну нужно было гель для душа взять, а мне нужно было вот дезодорант себе купить. Приехала я, что получается? Зашла я в Х-Сити, а там, ну, чтобы по скидке купить, нужно карточку. Я все набрала, залезаю в сумку, у меня нет карточки. Там тоже куча народу, всех спрашиваю, ни у кого нет карты, а там еще можно карты другого магазина, в общем, чтобы скидочная была. Ну ладно, я все оставила, уже смотрю, время мне 5 минут до маникюра осталось, побежала, в общем, я в маникюрный. Сделала маникюр, и вот уже с маникюра пошла я в Батон. И вот знаете, что самое интересное? Прихожу в Батон, в общем, в Л-Сити гель стоил 149 рублей, в Батоне я взяла его за 90, ну 89 с копейками, да. Вот такой же Нивея, который вот я купила, вот этот
эффект пудры. Ну, решила что-то я такое, в общем, взять. Не хочу сейчас почему-то распылителями пользоваться, не знаю. Там он стоил 99 рублей в Эль-Сити, а в батоне он стоил 89. Вот это что получается? Все, что не делается, в общем, все к лучшему. Ну и потом вот, уже когда шла еще, вот сейчас зашла в фикс прайс, сейчас покажу, что купила. Опять все только самое нужное вообще. Там у меня что-то вышло рублей на 400 покупка-то всего. Позвонила сыну, говорю, выйди встреть меня, забери пакеты, говорю, и давай быстренько на почту сходим. Вот, так что давайте сейчас фикс прайс и покажу то, что мне от фитокосметик пришло, то, что я у них заказывала домой себе, в общем. В общем, решила я присесть, думаю, что, в ногах правды нет, тем более уже набегалась. Купила, в общем, такие ватные диски, 27,50 аура, здесь у нас 100 штук. Взяла вот такие слизки, кстати, какие-то новые, стерилизованные, питьевые, раньше они были в синих упаковках, здесь 10%, в общем, сливки, здесь 2, 4, 6, 8, также 10 штук. Подождите, чек возьму. Так, а где же у меня чек на это все дело? Слушайте, я не знаю. А, все, нашла, вот он. Так, что у нас по сливкам? Сливки, в общем, стоят также 27,50. Дальше взяла опять эти вот влажные салфетки КТ. Мне они нравятся, и убираться, и одну пачку мы кладем в коридор, обувь протирать, вообще отличное дело. Эти салфетки у нас по 77 рублей, и здесь у нас их, так, с ароматом зеленого чая, 140 штук. Слушайте, выгодная упаковка, вообще классно, мне нравится, что здесь еще вот эта вот застежечка, да, они не сохнут. Вот раньше, вот, которые без таких застежек были, они быстро сохли, эти не сохнут, вот чем они мне нравятся. Так, взяла пакеты для мусора с завязками от Бомхом, 35 литров, 15 штук, и стоят они 53 рубля. Ну, что-то, знаете, 15-то штук за 53 рубля как-то дороговато, что-то не посмотрела я сразу. Ну, потому что там больше не было ничего, там были остальные по 60 литров, а куда мне 60 литров, у меня ведро маленькое совсем. Так, и взяла вот такой вот чай Тесс, сейчас взяла черный чай карамель. Слушайте, вот тот чай, который я показывала, да, с гранатом, ну, на каркаде похож. Такой вкусный чай оказался, вообще супер. Ну, сейчас решила новый взять. И чай, в общем, у нас стоит 55 рублей. Так, ну и опять взяла еще одну вот такую коробку. Я уже одну такую брала. Это Home Time, коробка для хранения складная, 99 рублей. Единственное, у нее нет крышки, но я решила вот попробую, в общем, когда буду организовывать хранение в шкафу, да, поставить там кое-как полотенце, в общем, сложить улиточкой, ну, посмотрим, в общем, посмотрим. В общем, нужна мне была эта коробка, все, нужна, я ее купила. Так, ну что, сейчас я это все уберу и давайте распакуем сразу с вами уже посылку от фитокосметик, покажу вам, что я там заказала. Так, ну все, мои хорошие, распаковала, вот так вот здесь все выглядит, как я вижу, все целое. Все хорошо упаковано, прям серьезненько так все. Еще раз повторю, это сайт фитокосметик. Сделала я там заказ. Не помню, на какую сумму. Сейчас посмотрим по накладной, в общем, какая у меня сумма вышла. Знаете, почему сделала заказ? В общем, была такая ситуация. Вот смотрю я, да, кто в фикс прайсах покупает вот это вот все. Слушайте, накладной я не вижу. Странно как-то. Так, ну ладно. Была ситуация. То есть, не, точнее, не то, что была ситуация. Приходишь, когда фикс прайс, всеми нами знаменитые вот эти вот скрабы, да, вот я купила себе, кстати, еще в фикс прайсе у нас два скраба, забыла показать. Это у меня антицеллюлитный лимонно-солевой, все у меня еще закрыто, ну и, конечно же, вот наш любимый. В общем, от фитокосметик, вот мы эти скрабы знаем, потом у нас еще в фикс прайсе, по-моему, зубная паста, да, у них была. А вот девчонки показывают, у них в фикс прайсе столько всего от фитокосметик, у нас этого ничего нет. Я зашла к ним на сайт, полазила, девочки, мальчики. Это вообще, знаете, вот цены просто копеечные. А мне фитокосметик нравится. У меня еще от этой компании было масло для волос. Такое желтое, густое масло, как-то так оно называлось. Оно мне понравилось. Я думаю, мне очень захотелось попробовать и другую косметику в этой компании. И вот я решила заказать. Ну и давайте начнем. Так, первое это у меня омолаживающий скраб для лица с жемчужной пудрой. Эффект лимфодренажного массажа лица. Повышает тонус, разглаживает морщины, выравнивает цвет лица, укрепляет лицевые мышцы, подтягивает контур лица. Это у нас фитнес-модель. Смотрите, вот так вот все это выглядит.
Так, давайте мы сразу это распакуем, посмотрим, что там и как. Слушайте, коробочка такая золотая, прям смотрите, вообще вся золотая, красивая. Так, и здесь у нас получается, сейчас мы его откроем. Смотрите, все зафольгировано. Так, и посмотрим, что он из себя представляет. Так, по запаху что-то еще не поняла. Смотрите, вот такой вот зелененький. Ой, скрабиночки какие мелкие в нем. Пахнет, знаете, алоэ. Вот как мне показалось, пахнет алоэ. Цвет такой, знаете, зеленоватый. Давайте посмотрим, с чем тут у нас. А, тут вытяжки ламинарии и палмарии. А, так, коллаген, пудра. Ну, мне показалось, как будто пахнет алоэ. Слушайте, ну запах вкусный. Вообще, и скрабинки прям, знаете, на сахарные похожи. Прикольно. Ну, конечно, все буду тестировать, все потом девочки, мальчики расскажу. Так, следующее. У меня никогда не было масла для умывания, и вот я решила заказать у них, по-моему, это была новинка. Гель-масло для умывания на цветочном бальзаме, плюс демакияж для глаз и лица, питательное очищение, бережно очищает, удаляет макияж, успокаивает кожу, улучшает цвет лица для сухой чувствительной кожи. Так, и здесь у нас он идет, с чем? 100% гидролат облепихи и масляный экстракт цветков липы. Слушайте, вообще обожаю запах облепихи, так что это, давайте понюхаем. Ой, какой нежный аромат. Слушайте, вообще супер. Аромат такой прям нежный-нежный. Я даже не могу сказать, что прям это чистая облепиха, но вот вообще нисколько этот аромат, знаете, не химический. Ой, вообще классненько пахнет. Ну, тоже будем вместе с вами будем все это тестировать. Так, дальше, что я себе заказала. У меня как раз заканчивается там, ну, подходит уже к концу мои мицеллярные воды. И я себе взяла мицеллярная вода, придающая сияние коже, идеально удаляет макияж с кожи и ресниц, бережно очищает кожу, освежает цвет лица. Это Beauty Visage с витамином С, двойная порция природного антиоксиданта. Смотрите, девчонки, красивенький какой. Давайте быстренько его нюхать. Так, как у нас открывается крышечка? Слушайте, я, наверное, не разберусь. Что-то я не могу понять, как... А, господи, ну Лена, просто крышка двойная с желтым. Вот так вот она выглядит. И иногда закрыта, кажется, что вот это, на эту белую нужно нажимать. А крышка просто вот так вот открывается вот здесь вот. Опять же, какой нежный аромат. Слушайте. Вот знаете, я от чего в шоке? От того, что косметика стоит совершенно бюджетно, каждый может ее себе позволить. Но вот какие ароматы, да? А здесь у нас идет комплекс Anti-Age, продлевающий молодость. По срокам годности, кстати, до 21 года, 245 мл. Ну все, будем тоже пробовать. Вот я говорю, косметика сама бюджетная, да, получается? Еще раз вам покажу, смотрите, какой... Красивый такой желтоватый оттенок на какой-то мицеллярной воды. Здесь у нас экстракт мяты, масло семян лимона, специальные частицы мицеллы и фруктовые кислоты лайма. Прикольно вообще. Вот я просто этого всего не видела, как бы, ну, я и у девчонок-то это, в общем-то, не видела. Но просто зашла, говорю, на сайт, у них столько всего. Вообще, там, я не знаю, на 1000 можно столько всего купить. Так, давайте следующее. Вот это я видела у девчонок. Это у нас крем-мыло для рук. Видела в обзорах по фикс-прайсам, да, когда показывали. Но у нас вот этого мыла я так и не видела в нашем фикс-прайс. Это тоже у них, кстати, была на сайте новинка. У них там постоянно новинки, постоянно акции. Там при покупке, по-моему, при первой покупке дается купон на скидку 10%. Так, потом что-то там еще... Ой, извиняюсь за звук, у нас открыто окно, ездит мотоцикл, где-то катается. Но если окно закрыть, мы вообще тут от жары с ума сойдем. Так, вернемся. Это крем-мыло для рук, десерты, нежный тирамису, воздушные сливки, миндальное молочко и масло золотистой мелиссы, экспресс омоложение и лифтинг. Так вот, хочу сказать, что у них очень много новинок на сайте. Давайте откроем, будем нюхать срочно. Ой, смотрите, цвет разбавленный такой, как кофе-латте. Слушайте, он так и пахнет.
Кофе с каким-то вот, видимо, вот с чем. Вот тирамису точно. Ну, что я придумываю? То самое вкусное тирамису. Слушайте, ну обалдеть. Я прям сегодня его поставлю уже в использование и скажу, как он. Здесь у нас объем. Давайте посмотрим по объему. Так, что-то я, ребят, не вижу объем. Сколько? Ну, банка большая, хочу я вам сказать. Так. Не знаю, не знаю. Ну, в общем, смотрите, вот так вот все это выглядит. Прям как вот мороженка. Класс. Так, продолжим. Следующее, что я заказала, это у нас маска для волос 3D сияние шелка для окрашенных волос фитнес-модель. Видела, в общем, эту маску, по-моему, у Елены Лав. Она про нее рассказывала. Она, по-моему, такой еще и шампунь тоже рассказывала. И вот мне так захотелось. Я прям вот, она так хорошо это все описывала, что ей все подошло. Решила взять. Так, объем у нас 250 миллилитров. Так. Эта маска у нас идет антиактивными ингредиентами. Здесь у нас масло миндаля и жожоба, протеины шелка, комплекс керамидов плюс аргинин, глицин и пролин. Так, это новая серия революционных продуктов для лица, тела и волос, которые позволяют получить результаты, аналогичные салонному уходу. Ну что, давайте открывать. Как же мы без этого? Давайте еще раз покажу. Вот так вот выглядит сама баночка. Так, опа. Так, запах. Такое ощущение, как будто что-то он мне напоминает. А что же он мне может напоминать? Миндаль. Вот. Прям вот концентрированный такой миндаль. Маска, смотрите, какая густая. Ой, вообще класс. Ну, сегодня я уже как бы с утра голову помыла, уже сегодня мыть не буду. А вот на днях обязательно использую вот эту вот маску. Будем, в общем, все с вами это делать. Куда я без вас? Поэтому мы все будем тестировать вместе. Так, и дальше, что у меня тут еще? Я, по-моему, еще шампунь заказывала. Так, давайте. Слушай, ну как же без накладных? Как-то я не поняла. На тысячу... Ой, не помню, насколько у меня этот заказ вышел. Ну ладно, я в инфобоксе, в общем, напишу все названия, напишу сайт, где я это все заказывала. Да, вот. Я говорю, и вот у Лены Лав я видела вот эти вот шампунь, и здесь у меня еще масло для душа. И вот мне прям вообще понравилось, что это название еще такое, да, фитнес-модель. И вот поэтому у меня здесь маска для волос, и еще взяла я шампунь для всех типов волос, комплексный уход, эффект биоламинирования, очищает волосы, питает, восстанавливает, укрепляет корни и стимулирует рост. Здесь у нас объем 200 миллилитров. Так, и что же у нас тут входит сюда? Активные ингредиенты. 8 масел миндаля, облепихи, органы, макадамии, жожоба, оливы, репейное, касторовое, плюс аминокислотный комплекс. Слушайте, ну это склад просто. Склад масел. Обалдеть просто вообще. Давайте понюхаем, что у нас тут. А здесь уже, знаете, больше мне показалось, как будто вот пахнет вот уже облепихой. Так, сам шампунь такого желтоватого цвета. Смотрите, он не жидкий. Посмотрите, он вообще не льется. Вот, держится. Я прям на руку такую большущую каплю нанесла. Ой, господи, ну какие же ароматы у фитокосметик. Ну как они это делают? Я ничего не понимаю. Они, наверное, у них, наверное, на самом деле все это натуральное. Но не может так вот пахнуть косметика вкусно вообще. Так, и следующее я взяла себе. Это подтягивающие пенящееся масло для душа, стройный силуэт, эффект контрастного душа. Смотрите, вообще не растекается. Шампунь вообще не растекается. Посмотрите, какой он густой. Я балдею. Так, здесь у нас написано, что это эффект контрастного душа. Нежно очищает и питает, делает кожу мягкой, эластичной, дарит коже тонус и сияние. Также это у нас идет Body Fitness модель. Написано, что заменяет 30 минут акваэробики. Все. Отлично. Здесь у нас активные ингредиенты. Это масло жожоба, миндальное молочко, омега-3 жирные кислоты, ничего себе, преэластин и L-карнитин. Результат – мягкое очищение кожи, тонус, эластичность. Ну, также все это будем, конечно, мы тестировать. Здесь у нас объем 200 миллилитров. Посмотрите, как это все красиво выглядит. Мне нравится, что вот это вот все вот в желтых таких ярких цветах, в цветах лета это все. Ну и давайте тоже все это понюхаем.
Ой, вы знаете, похож. Вот запах по аромату похож на шампунь. Тоже, по-моему, знаете, что здесь побольше облепихи. И смотрите сам, как выглядит гель. Вот такой вот гель, чуть-чуть желтоватого цвета. И смотрите, он тоже густой. Вот он не стекает с руки, так же, как вот и шампунь, и гель. Все. Слушайте, ну классно. Ребятки, оставлю обязательно ссылку. Посмотрите. В общем, обалдеть. Я еще что-нибудь буду у них заказывать. Вот сейчас вот этим всем попользуюсь. В общем, посмотрю. Но я уже говорю, что вот эти вот скрабы, да, которые я побрала, я уже повторяю, не знаю, какой раз, и вы все на них наслышаны. Масла для волос мне тоже все понравились. Ой, а гель какой. Ну вообще, знаете, облизать его охота. Вот знаете, а сейчас мне кажется, что он не только как будто бы не облепихой уже пахнет, а каким-то фруктом. Таким кисленьким фруктом, знаете, напоминающим лайм. Ой, ну супер, все. В общем, оставлю ссылку на сайт Фитокосметик. Оставлю все названия того, чего я купила. И уже потихоньку потом мы начнем все это тестировать. Так что обязательно в инфобокс заглядывайте, смотрите, проходите. И я уверена, вы обязательно для себя что-то там выберете, потому что выбор там просто огромный. Ребятки, в общем, все вам показала сегодня, все рассказала, где была. И у нас тут на нас с сыном напала чистоплотность. И сын помыл полы, я кругом протерла пыль. Вот, и поэтому, чтобы уже не затягивать видео, я уже буду с вами прощаться. Кстати, попробовала я вот эту вот шоколадку Джет, которую покупала. 9 рублей, ну такая вкусная шоколадка, хочу вам сказать. Она с печеньками. Ребят, хотела напомнить вам, что у меня сейчас на канале проходит конкурс, который будет длиться до 15 мая. Проходите, пожалуйста. Я оставлю ссылочку в инфобоксе на видео конкурсное. Или вот здесь вот наверху подсказочку оставлю. Так что не стесняемся, проходим, подписываемся, ставим лайки, оставляем комментарии. И всем добра. Пока-пока.